Зареченские спасатели пригласили в гости школьников. Перед четвероклассниками школы номер 216 «Дидакт» были открыты все двери управления гражданской защиты. Ребята даже побывали в помещении единой дежурно-диспетчерской службы, которая обычно закрыта для посторонних. Неоткрытых дверей у нас проводится достаточно часто, несколько раз за год, это точно. Проводятся они с целью донесения до школьников знаний о нашем учреждении, о том, чем мы занимаемся, подкреплением их базы на знания основ безопасности жизнедеятельности. Но конкретно данное мероприятие проводится с целью показать им работу нашего учреждения, и приурочено оно к Дню Всемирной гражданской обороны. Во время экскурсии ребята познакомились с деятельностью поисково-спасательного отряда. Школьникам рассказали о работе оперативных дежурных и показали спецснаряжение. Его одежда пожарная, просто вот дыхательная пара, то есть вот находится баллон с сжатым газом, маска. Здесь происходит дыхание не извне, то есть с окружающей среды, а только с баллона. Ребята эмоционально обсуждали все увиденное и услышанное в управлении гражданской защиты Заречного. Сотрудники учреждения ответили на все вопросы любопытных четвероклассников и в очередной раз напомнили о правилах безопасного поведения. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».